И в конце выпуска завораживающие кадры из Северной Америки. Там сковало льдом один из самых больших и мощных водопадов в мире – Ниагарский. Замерз он не полностью, но туристы, от которых здесь и в обычные дни нет отбоя, спешат сфотографировать это чудо. Ниагарский водопад находится на границе Канады и США. Там сейчас, как и у нас, переживают аномальные холода. На северо-восточном побережье Соединенных Штатов частично замерз Атлантический океан. На видео, которое выкладывают в сеть жители штата Массачусетс, сняты застывшие волны, покрытые снегом и льдом. А в некоторых районах Канады температура и вовсе опустилась до минус 55 градусов. Однако для многих такие морозы еще один повод выйти на улицу и сделать впечатляющие кадры этой зимней сказки.